Сегодня стало известно, сколько будут платить жители Новосибирской области за вывоз мусора. Департамент по тарифам огласил сумму. Ее рассчитывали, исходя из нормативов накопления твердых бытовых отходов в регионе. Исходя из норматива накопления твердых коммунальных отходов, который ранее был установлен также приказом департамента по тарифам, в размере 2,38 кубических метров на человека в год, соответственно, плата человека в месяц будет составлять 92 рубля 42 копейки. Это сумма с учетом НДС. Если в правительстве страны примут решение исключить ставку НДС из этого вида услуг, ежемесячная плата будет составлять 72 рубля. Сельских жителей предупреждают, пока в их поселках не начнут оказывать эту услугу, платить не придется. Напомню, что региональным оператором по обращению с твердыми бытовыми отходами стала компания «Экология Новосибирск». С 1 января она приступает к выполнению своих обязательств.